Вернемся к главной теме выпуска. В Донецком аэропорту при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский Ан-24, летевший с болельщиками из Одессы. Погибли 5 человек. Борт съехался в взлетно-посадочной полосы, перевернулся и распался. Всего на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Рейс осуществляли южные авиалинии. Наши корреспонденты продолжают работать на месте катастрофы. Все подробности в наших специальных выпусках 14 февраля. С последней информацией мы выйдем в эфир в 12, 13, 30 и 16 часов.